Иголочку можно обломить. Так, в шприце физраствор. И физраствором под разными углами вымываем то, что у нас здесь скапливается, содержимое гнойное. Можно напор чуть побольше давать, здесь он не такой сильный, за счет как раз таки конюли иглы. Вот. Данные манипуляции мы проводим несколько раз за одну обработку, то есть необходимо будет несколько шприцов, миллилитров по 50-100 сюда вводить и вымывать все очень тщательно. В принципе, все.